Всем привет! В этом видео покажу самые новые свои покупки с AliExpress. Конечно же, поделюсь впечатлениями и покажу все на себе. Начну с вот такого вот зефирного платья в пол. Оно очень нежное, воздушное. Честно скажу, это платье – мечта моего детства. Мне всегда хотелось что-нибудь в стиле принцессы, прям чтобы подбирать подол платья, чтобы оно развивалось на ветру. Верх сделан из плотного, как будто хлопкового кружева. Оно очень качественное и не растягивается. Юбка шифоновая с подкладкой. Поясочек сделан из розовой ленточки. И даже когда снимала эти отрывки, прям не хотелось его снимать. Действительно чувствуешь в нем себя, ну, как минимум, принцессой. Немножко такое в стиле подружки-невесты. Идеальный вариант для фотосессий. Второй вариант – это такой летний комбинезон. Поэтому сразу надела его на купальник. У меня в размере S оказался коротковат, хотя предыдущее платье в таком же размере было слегка великовато. Комбинезон сделан из такой тяжелой ажурной ткани, сзади у него как будто корсетная шнуровка. Шорты довольно свободные, в них удобно передвигаться. И, как по мне, белый цвет наиболее выигрышно смотрится на загорелой коже. Единственное, я бы советовала брать его все-таки на размер больше. Следующая вещь прям очень интимная. Это вот такой вот купальник. Он идет с хлопковой приятной ткани, и передняя часть у него вся обклеена стразиками. Конечно, если у вас грудь как минимум третьего размера, это будет выглядеть прям очень секси. Я попыталась это обыграть ажурным халатиком, но сексуальности это мне что-то не очень добавило. На самом деле его можно использовать как бодик. И вот вариант с вот такой вот пушистой юбкой. И здесь я уже в спортивных леггинсах, которые сейчас мне очень даже кстати. Они очень сложно надеваются, потому что сделаны как будто с компрессионной ткани. Часть на животе у них утягивающая, поэтому выгодно поджимает и живот, и ушки, и отлично выделяет изгиб фигуры. Очень хорошо утягивают ноги, скрывают все неровности, всякие целлюлитные проблемы и так далее. Бегать в таких леггинсах одно удовольствие, потому что они отлично выводят влагу с поверхности кожи. Дальше переходим к обуви, и здесь вы видите самые любимые мои сандали. Хотя они выглядят слегка грубовато, они очень легкие. Регулируются по обхвату щиколотки с помощью удобной липучки. На ногах их вот вообще не чувствуешь. Единственное, они для более широкой стопы, поэтому я уже приспособила туда силиконовую вставку. Сделаны из очень мягкого, но тонкого кожзама. В области над пяткой предусмотрена специальная подушечка. Благодаря этому они мне ни разу не натирали ноги. Вот ни разу. По размеру они немножко маломерят. На мой 35-й хорошо сел 36-й размер босоножек. Вариант такой на каждый день. Абсолютно не устают ноги, вы как будто в тапочках ходите и за счет ширины, и за счет мягкости материала. Да и белый универсальный цвет подойдет к любой одежде, а особенно к загорелым ногам. В комплект к обуви у меня появился вот такой вот рюкзачок. Я давно мечтала о маленьком белом рюкзачке, который идеально вписался бы к любому аутфиту. Он, кстати, сделан с такого же кожзама, как и босоножки. И за счет того, что он мягкий, он мега вместительный. Мне нравится, что у него длинные шлейки и есть передний карман на молнии. Очень переживала по поводу размера, не хотелось прям очень маленький, как кошелек, но и слишком здоровенный, как будто школьный рюкзак. Этот, мне кажется, вот идеальных габаритов, хотя он выглядит довольно миниатюрно, в него влазит очень много вещей, вот поверьте. К
Кстати, вот это вот зеленое платье тоже с AliExpress. Если вам интересно, конечно же, ссылки оставлю внизу. В целом, довольно каждая из этих покупок. Прям в последнее время приятно удивляюсь качеству вещей с AliExpress. Раньше абсолютно не доверяла их одежде. На этом все. Вот такие вот были у меня покупки одежды. Я знаю, что это выглядит слегка странно, наверное, даже откровенно, но все-таки это обзор вещей, а не моей далеко не идеальной фигуры. В любом случае, огромное вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк внизу. Я буду очень стараться снимать их чаще. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а я вас всех целую и пока!